Привет, друзья! Сегодняшний обзор мы посвящаем поклонникам игровых компьютеров. Ведь сегодня в центре нашего внимания один из самых производительных – Predator Orion 9000. Этот монстр от компании Acer имеет практически безграничные возможности по воспроизведению видеоигр в превосходном качестве. Что же этому способствует? Смотрите далее. Современная техника в последние годы приобретает действительно интересный внешний вид. Самой приятной для глаз особенностью стало то, что в буквальном смысле можно наблюдать за его работой изнутри. Похвастаться сверхпроизводительной начинкой позволяет панорамная крышка. Теперь установку большинства компонентов можно провернуть, не разбирая корпуса. Боковая панель легко снимается и возвращается на место. Вкупе с синей RGB-подсветкой ПК выглядит ярко и футуристично. При его очень даже внушительных размерах и весе почти 21 килограмм проявились проблемы с транспортировкой и размещением. Решением стало размещение инженерами Acer ручек в верхней части корпуса и колесиков в нижней. Правда, теперь он напоминает чемодан для далеких путешествий. На верхней панели системного блока расположены дополнительные порты для подключения USB-устройств и гарнитуры с наушниками. Всего на устройстве расположено 5 USB 2.0, 5 USB 3.0, 2 USB Type-C, разъемы мини-джек для подключения семиканальной акустики, разъемы мини-джек для подключения гарнитуры с верхней стороны корпуса, разъем Ethernet, разъем SPDIF, несколько дисплей-портов и HDMI в зависимости от конфигурации видеокарт, разъем питания и, конечно же, PS2. Теперь к основным фишкам Predator Orion 9000. Он в числе первых получил возможность установки до 4 видеокарт уровня AMD Radeon RX 580 Crossfire или до 2 уровня AMD Radeon RX Vega и NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. К тому же он отлично справляется с такими задачами, как воспроизведение VR, контента в 4К и работы с тяжелым графическим ПО. Свежие игры на максимальных настройках качества также не станут серьезным испытанием в ближайшие годы. Фантастическую картинку дополняет процессор Intel Core i7 8700K и 32 гигабайта оперативной памяти. Еще больше мощности игрового компьютера можно добиться, нажав кнопку Turbo на передней панели корпуса. Параметры автоматического разгона, к слову, настраиваются в приложении Predator Sense. С помощью него же можно отследить температуру и производительность установленного в Orion 9000 оборудования. Один из самых важных компонентов в работе таких сверхмощных ПК – охлаждение. И в этой модели оно продумано до мелочей. Здесь использована уникальная технология Ice Tunnel 2.0, разделяющая корпус на несколько зон для индивидуального охлаждения каждой. Крупные воздуховоды на передней и верхней панелях обеспечивают постоянный поток воздуха, который гоняют через корпус до 5 вентиляторов. За температуру процессора отвечает встроенная система жидкостного охлаждения, которая не допустит перегрева при разгоне. Накопители и блок питания и вовсе получили собственные отсеки, а горячий воздух от видеокарт отводится отдельно через заднюю панель. Однако при работе всех 5 вентиляторов создается довольно сильный шум, который может отдавать в микрофон при переговорах с друзьями и товарищами по команде. Помимо прочего, Predator Orion 9000 оснащен навороченной звуковой картой Creative Sound Blaster X720 с особыми возможностями, которые не просто отвечают за объемное звучание и эффект погружения, но и дают реальные преимущества перед соперниками. Например, технология Scout Mode позволяет услышать приближение врагов издалека. Модуль Automatic Room Calibration позволяет адаптировать настройки колонок под конкретное помещение, а Blaster X Acoustic Engine Smart Volume скорректировать звучание. Теперь самые тихие звуки отчетливо слышны, а громкие не оглушают. Чтобы убедиться в реальности всех фишек компьютера Predator Orion 9000, приглашаем вас в магазины Soulpack, где мы с нетерпением ждем вас. Всего доброго!